работяг. Значит, есть такая история. На Дальнем Востоке где-то, где лесоповал, там это самое лесничество, привезли пилораму с Японии. Новейшая, накрученная, блядь, все там это такое вот это. Ну, местный, значит, пролетариат собрался возле этой фигни и смотрит, так смотрит. Так, ну пришел наладчик, такой же это япончик, включил. Работает как часы. Ничего не слышно, блядь, все это. Ну, наши стояли, стояли, один приходит, так это, палочку туда, в это, под пилу, она, чик, все, о, класс. Другой раз это бревнышко тащит, раз положил, жик, все, о, нормалек. Короче, кто-то стоял, стоял и это, с пожарного щита лобик, блядь, снял, и туда, так, жик, о, бля.